Здорово, народ! Как вы все знаете, 10 февраля в клубе «Вольта» пройдет шоу Независимой Федерации Рестлинга «Зимний бросок». К сожалению, я не смогу быть на этом шоу, так как я буду в этот момент в жарком Сингапуре драться за пояс чемпиона Юго-Восточной Азии против ихнего действующего чемпиона Трексуса. Но это не значит, что вы должны пропускать «Зимний бросок». Потому что кроме меня в НФР есть много классных рестлеров. И один из них – мой братюня, мой бро из группировки «Два психа» Джокер. И у него на «Зимнем броске» будет большое испытание, большой вызов. Он будет драться за титул чемпиона NSW против Фредди Мачете. Так что можно пофантазировать и представить, что я буду чемпионом SPW, а он будет чемпионом NSW. SPW, NSW. Прикольно звучит. Тем не менее, приходите поболеть за Джокера. Ну, там другие ребята тоже будут, но главное Джокер, два психа. Паша, привет.